Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие товарищи, гости моего канала. Спасибо за просмотр. Ну, я уже выкладывал насчет спасибо за просмотры. А теперь пришло время сказать спасибо за комментарии. Это когда вы комментируете, я очень прям кайфую. Да, мне хочется ответить, вот реально, но у меня реально времени нету отвечать. И мне лень, если честно, писать вот это все. Я и не сотрудник Халык-банка, я просто выкладывал, чтобы помочь. Она была когда-то, поэтому если я не отвечаю, то извините. Искренне рад за ваши комментарии. Да, вот это вообще сотроллил меня. Вот она уже вылетела с Саудовской Аравии, Мексика. Вот это мата. Я могу удалить, но зачем? Зато видео будет продвигаться. Здесь тоже маты. Не обращаю внимания. Я 9 лет в YouTube. Получается, уже у меня большой опыт и, соответственно, иммунитет на такие комментарии. Но, если честно сказать, очень рад всем комментариям. И на маты, и я часто читаю благодарности, конечно. Вот такие комментарии меня стимулируют работать дальше. Вот реально, вот это, когда читаю такие комментарии, вот реально кайфую. Вот я закрываю приложение, смеюсь, вот реально. Просто наслаждаюсь моментом. Это хочется ответить, но, к сожалению, я не знаю, поэтому... Поэтому. А вот такие комментарии вроде... Да, портит настроение, но, конечно, временно. Потом думаешь, а реально ли, что качество плохое? Потом смотришь, вроде нормально. Ну, не знаю, короче, кому как. Так, очень полезная информация, опять же. Наслаждаюсь таким комментарием. Спасибо, Махфират Расул. Приятно прям. Вот таким комментарием радуюсь, прям как маленький ребенок. Так. Я уже сказал, почему я не отвечаю, у меня нету времени. Это первый, второй, мне очень лень. Если я каждый на комментарий буду отвечать, у меня будет много времени уходить, и мне очень лень отвечать. Я лучше видео сделаю и все. То есть видео сниму. Да, я говорил, что банальные вещи могу сказать, но все равно люди не понимают. И по-любому меня троллят. Да, иногда унижает. Дальше. Так, как найти аэропорт? В Казахстане вроде только один аэропорт. Это в Москве там 6-7 аэропортов. Ну, не знаю, там много аэропортов. Не знаю. Показываю какие. Вот, кстати, я просто снял это видео, я не думал, что оно будет таким популярным. Ну, так я пока нету даже 1000 просмотров, но все же. Люди смотрят, оценивают, нажимают лайк. И опять же я очень радуюсь лайкам, просмотрам и опять же отзывам, комментариям. А это вообще мне задело. Семья еды. Вот я не хочу перевести. Я говорю, что тариф нельзя отключать, но все равно люди опять же задаю те же вопросы, которые я уже отвечал на видео. Ну, хз, не знаю. Оскорбление опять, да, опять же. Честно, вообще не переживаю на такие комментарии. Так, дальше. Должна быть, задавайте вопрос Халык-банк, звоните, пишите в социальных сетях, да. Желательно писать... Конечно, мне тоже, у меня видео будет продвигаться, и продублируйте на официальное сообщество, там, Одноклассники, то, извините, есть они в Инстаграм, в Фейсбуке, ну, они все популярные приложения есть в Инстаграме. Благодарю за комментарии, спасибо, я очень ценю вас, да, ценю за теплые комментарии, да. И некоторые говорят, что ты мало снимаешь, за 1 минуту только. Некоторые говорят, что ты
Доль снимать, я вас не пойму, кто как, я не... Ой, всем угодить просто не просто. Тяжело. Инна, спасибо вам за такой теплый комментарий. Благодарю. Так, и Ник тоже благодарю. Да, многие задают вопрос, который у меня уже есть на канале. Так что ищите, у меня есть в плейлисте уже сам. Ой, кто-то хоть сказал... А, нет, это другая. Я думаю, как загрузить фильм в YouTube, и кто-то сказал спасибо, для меня уже... Ух, удивительно было бы. Тёдор, и вам спасибо за отзыв. Спасибо вообще, что пишете комментарии. Так, что мне сказать? Больше ничего. Я благодарю вас. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите кнопку подписаться и все.